Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Пришла очередная посылочка из Китая. И это настольный светильник на светодиодах. Давайте мы сейчас распакуем и посмотрим, что у нас здесь внутри. Так, открываем. Смотрите, вот так вот оно упаковано. Так. Вот такая вот коробочка. Так, что у нас здесь? Вес 162 грамма, 5 вольт, 500 миллиампер. Так, 600 люменов. Размеры. Вот такая вот она вот на вид. Так, ну давайте откроем, посмотрим, как она работает, каких она размеров. Так, вот такой вот буклетик идет. Так, и вот сама лампа. Я что-то ожидал, что она будет меньше. Так. Так, сейчас надо будет поправить. Ну и так, в комплекте с лампой идет вот такой вот кабель к USB. Можно ее заряжать от любого USB или от зарядного, от того же мобильного. Сюда вставляем ее. И заряжается. Так, здесь у нас пластик, гибкая такая штанга, можно его как хочешь выставлять, выгнуть. Вот так, ну на сколько хватит батареи, еще пока не знаю, так как в этой инструкции вроде бы как ничего не сказано. Но сейчас давайте посмотрим на коробки. Так, ну это выход у нас. А сама батарея. Батарея ничего не сказано. Ну, надо будет протестировать. Если что, в комментариях отпишу, насколько схватит заряда ее. Ну, для меня... Как для меня, это очень полезная вещь. Во-первых, дома можно читать с такой лампой, то ли уроки учить. Можно взять ее на природу где-то, если с ночевкой, с палаткой. Всегда будем при свете. Давайте посмотрим, как она работает. Она имеет три положения света. Вот смотрите, сенсорное управление. Вот первое положение. Вот так можно будет видеть второе положение и третье положение. Ссылочка на эту лампу будет под видео. Посмотрите ее цену. Она вроде не сильно дорого стоит, в районе 6 долларов. Ну, точно не буду говорить, посмотрите под видео. Покупал ее опять же с кэшбэк и сэкономил еще 7,5%. Еще чем большие плюсы такой данной лампы, это тем любителям, допустим, кто любит паять, можно отстроить ее именно под любую плату пайки, настроить прибор, и будет хорошо видно. Но есть и минусы в данной лампе. Такой как, смотрите, вот подключил я зарядку, а никакого светодиода, то что идет заряд, я не вижу. Я не понимаю, заряжается она или нет. Ну, я не знаю, это, наверное, китайцы опять же сделали, за счет этого снизили цену. То, что недопаяли тут где-то светодиодик. Ну, вот так вот, есть и у нее и минусы. На задней части у нас здесь тоже все, полностью лампа выполнена из пластмассы. Единственное, сама стойка, или как ее можно назвать, приятная такая резина, не резина. Вот, имеет также 4 ножки резиновых, полностью резиновых. Ну, а так все пластмасс. Кому интересно, ссылочка будет под видео. Вот, можете оценить качество света у ребенка за столиком.
при полной темноте. Ну, порядком неплохо все видно. Выключили вот такой вот полуночничок. Вот такой вот цвет. Ну, как видите, светит неплохо. Вот так вот вообще ярко. Вот. Значит, так что ребенок может смело заниматься при таком свете. Вот можно ближе, но оно не надо. Вот так вот дальше, выше лучше рассеивает свет. Вот. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.